Роскошный цвет, сусальное золото и обилие драгоценных камней. Наталья Гришечкина внимательно рассматривает картину «Колыбель вселенной». «Любоваться можно бесконечно», — говорит женщина. В галерее «Новое пространство» она частый гость. Именно в этой части зала обычно располагается самая интересная работа. Простое совпадение или авторский ход — об этом остается только догадываться. Ощущение невероятное. Это, конечно, зарядка. Это, конечно, подпитка. Это эмоции положительные. Это вдохновение на жизнь. Здесь много света, много добра, много позитива. На выставке живописи и графики прозрения автор работ – один из самых необычных художников России Дмитрий Санджиев. Его нередко называют мастером создания квазимиров, то есть симуляции реального мира. Вот вы знаете, я могу сказать, что Вернадский в свое время описал вот ноосфера вокруг Земли, как бы одеяло, вот это, где находятся все, что люди придумали вот, на протяжении многих-многих веков. Ну вот, видимо, я подключен к ней, и мне только стоит захотеть, и я сажусь, беру и рисую, и все получается. В сюжетах его картин – отголоски мифов, легенд и сказаний. Художник работает в уникальной технике. Она сочетает приемы иконописи и современные материалы. Здесь порядка 100 работ. Это тот случай, когда размер имеет значение, потому что они все огромные и невероятно тяжелые, поскольку значительная часть из них сделана на холстах, а на досках. И технологически, конечно, трудно было представить все это, ну, в том порядке, в каком устраивало бы автора. Ну, я надеюсь, что мы справились с этой задачей. Независимо от возраста и интересов, каждый посетитель найдет здесь что-то уникальное и познавательное. Я вижу наш город в этом, наш регион. Такая, знаете, вот это золото, природа, с одной стороны, драгоценный камень, с другой стороны, это что-то необычайное и что-то про нас, в общем. Мне очень понравилась серия про родительницу Евы, которая отражает женскую энергию. Сейчас мне удалось взять интервью у мастера и спросить, что для него женщина. И Дмитрий Никитич сказал, что женщина во вселенной – это все. Выставка будет работать до 28 января следующего года. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.